Плывем ли мы по течению жизни или стоим на перепутье? О судьбе и о жизненном пути, который каждый человек выбирает для себя, попытался рассказать в своих картинах гродненский художник Андрей Стурейко. Экспозиция под названием «Дороги, которые мы выбираем сами», скрывает в себе глубокий философский смысл. Ведь, как считает художник, каждый человек рождается свободным, а в течение своей жизни уже выбирает, по какой дороге пойти. Все картины метафоричны, и воспринимать их буквально было бы ошибкой. За каждой скрывается та или иная жизненная ситуация. Работа имеет свое название. Я хотел бы, чтобы, прочитав название, зритель немножко включил свою голову, ум, мысли и постоял, порассуждал сам собой или с друзьями, с товарищами на ту или иную тему. Не тему, а на то или иное название работы. Ведь все эти... Здесь я просто показал дороги, какие могут быть, часть этих дорог, часть пути, который может быть у человека. За краткими названиями работ «На дно», «В никуда», «На перекрестке» зритель может узнать ситуацию, которую он, возможно, уже проходил в своей жизни. Андрей Стурейко оставил каждому возможность для фантазии и ассоциаций. Все работы – это неформальные композиции, абстракция в декоративном стиле. Но, несмотря на это, остановившись у любой из картин и немного поразмыслив, можно увидеть скрытое послание автора. Например, загадкой картины «Сквозь» Андрей Стурейко решил с нами поделиться. Я смотрел на Неман, был огромный, такой не огромный, а густой-густой туман. И сквозь туман вылетали птицы. Вот она сквозь. И вот эта вот паутина, которая, наброск паутины, она как придает трудность через что-то выходить. Через что-то выходить, сквозь пробираться что-то. Вот они как птицы эти, запутавшись немножко. Как все эти запутались или как. И вот так человек тоже преодолевает трудности. Как рассказал Андрей Стурейко, тема выставки появилась у него около 2 лет назад, но воплотил он ее буквально за последние несколько месяцев. Увидеть экспозицию «Дороги, которые мы выбираем сами» можно в галерее Крыга до 2 сентября. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+.